Вы смотрите новости онлайн. Недавно поклонники скандально известной балерины Анастасии Волочковой стали умолять знаменитого телеведущего Андрея Малахова о том, чтобы он помог спасти ее от алкоголизма. Танцовщица пришла в шок от данных заявлений. Анастасия заявила, что ее возмущает происходящее. Она считает, что таким образом жена ее бывшего водителя Соня Скиритач хочет опорочить ее честное имя. Прима-балерина заявила, что эти же люди заводят в социальных сетях, создавая фейковые аккаунты, с которых пишут про нее различные гадости. Напомним, недавно балерина заявила, что ее бывший водитель обокрал ее, чтобы погасить свои миллионные долги, и даже попытался убить ее. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!